Стой, Милка. Одевай, одевай. Смотри. А журавлики и кораблики летят над ними сами. И серые, и белые, и с длинными носами. Смотри, 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 смотри. Фу. Ну вот тебе. Твои журавлики, кораблики. Четверг на набережной. Долго, ну что ты. Белка, так мы не договорились. Белка!
она ему. Любовь, это, милая моя, взаимное головокружение. Бабушка, а вы чего же не ложитесь? А я уже встала, Боря. А? Не чавкай, шляется по ночам. Ты не завидуй. Порвал? Цел твой пиджак. Ой. Безобразие. 12 часов, а он спит. Работает много, устает. Пусть хоть в воскресенье отоспится. Кончится эта работа свадьбой. А ты отстать от него боишься. Ируша, о диссертации надо думать, а не о свадьбе. Вот стою, дядя Федя. Вот она, без 5 минут кандидат медицинских наук. А вы все еще рядовой врач. Ну, если дети не обгоняют родителей, значит, и родители плохи. И дети балбесы. Спасибо, мама. Что такое? Что там случилось? Работают все радиостанции Советского Союза. Боря! Борька, война! Борис! Слышь, война! Война! Ну и пусть. Здравствуй. Борис день и ночь на заводе. Ты ждешь его? Никого я не жду. Вероника, во время войны главное не растеряться. Ты сохрани ритм нормальной человеческой жизни. Вот я. Я мечтаю посвятить тебе фортепианный концерт. Придешь слушать. А тебя могут взять в армию? В армию? Не знаю. Вряд ли. А почему вряд ли? Ну, потому что бронь будут давать тем, кто наиболее ценен. А ты ценность? Я до. Почему ты все время преследуешь меня? Неужели не стыдно? Стыдно. Я 1000 раз давал себе слово. Я знаю, что Борис мой брат. Я ничего не могу с собой сделать, понимаешь? Ничего не могу. Подожди! Подожди. Не провожай меня, не надо. И осторожно, вы же по ноге себе стукнете. Дорогой Борис Федорович, на фронте будет труднее. Вас на фронт и не пустят. Бронь будет одна. Или вы, или я.
Вот, правильно, вы останетесь. У вас знания, опыт. А у вас нечто большее, талант. Вы чертежи берегите. Вы знаете, мне жена шила такой прекрасный мешочек за плечи. Ну что ж, как говорится, возьмем штык в руки. Штык в руки. Степан! Эй, Степан! Ребят! Эй, Степан! Степан! Самое главное противовоздушное. Степа, Степан, извини, Сачков. Ну, где же повесток? Нету. Чего они там душ тянут, я не понимаю. Ты домой? Нет, я еще. Понятно. Ну ладно, кланяйся. Хорошо. Пойдем. Да! Че? А ты сказал ей? Нет, зачем же я буду раньше времени? Да, это верно. Ну ладно, ну, будь здоров. Пусти. А не пущу. Ты же упадешь. Пусти. Пусти, порвешь затемнение. Это одеяло. Слушай, пусти, я сейчас милиционера позову. Надоели мне все эти затемнения. Отдай одеяло. Упадешь. Не упаду. Да. Ну, Белка, перестань. Да, я повешу. Вот ты не пришел сегодня на набережную, а Марк приходил. Ну и что? А он красивый. Ну и что? Не ревнуешь? Чего? Не ревнуешь? Некогда. Жаль. Вот подожди, я поступлю в архитектурный институт. Туда таких не принимают. Примут. Сомневаюсь. Журавлики, кораблики летят под небесами. И серые, и белые, и с длинными носами. Нравятся стишки, а? Очень содержательные. Белку не посмотрели, все прыгали, да шмыгали, зато у нас хорошо, не съели. Нет. Эх, что, победила? Победила. Эх ты, герой. Победила. Победила. Ладно. А тебя могут взять в армию? Конечно. Сам бы пошел. Ну и что, возьму и пойду. Никуда ты не пойдешь. Отлично знаешь, что дадут броню, вот и хорохоришься. Почему ты решил, что мне дадут броню? Знаю. Потому что всех умных забронируют. По-твоему, одни дураки воевать будут. А я больше с тобой не желаю разговаривать. Вероника. Я хотел с тобой поговорить. А я не желаю. И вообще не называй меня, пожалуйста, Вероникой. Кто я? Вот кто я? Ну, Белка. То-то. Послушай. А что ты мне подаришь завтра? Секрет. Если что-нибудь вкусное, я скоро съем и сразу забуду. Ты мне подаришь что-нибудь такое, чтобы на долгую память. Я ничего не боюсь. Даже войны не боюсь. Милиционера боюсь. Вероника. Знаешь что? Знаешь? Я зашью себе на свадьбу белое подвенечное платье. Ну, как у бабушки. И фату. Такую длинную-длинную. А ты оденешь черный костюм. И так мы с тобой пойдем. ЗАГС. Решено? Решено. А ты знаешь, мне нравится затемнение. Чего же здесь хорош? Здрасте! О, Степан! Степан! Сейчас я вас чем-то угощу. Давай. А чем? Секрет. Ну, чем? Ну, пришла. Ну, что ж ты молчишь? Рассказывай. Ну, так иди. Ну, давай. Значит так. Так.
Назову еще творится. Ребята побежали в парикмахерскую, стригутся. Я сразу к тебе. Короче, только подожди. Так вот я говорю, назову еще творится. Ребята побежали. Ну слушай, ну ты можешь короче рассказать. Вот твои беспокойства сказали, что здесь. А я сюда. На какое число повестка? Ну сегодня в 5 часов. Вместе с вещами? Красиво. Смотри, какие я тебе вишни приготовила. О чем вы? Красота. Повестка пришла. Да ну. Тебе? И мне тоже. А мы оба добровольцами. Как? Ты сам? Повестка же. Подожди, а я? А как же? Степан. Не, я пошел. Ну, мне дома тоже было всего. Не, пока. Белка. Я не хотел тебе говорить. Завтра твой день рождения. Вот. Надо идти. Конечно. Борис! Белка. Ты что это? Журавлики, кораблики. Нравятся стишки? Ну вот, и ничего не случится. Слышишь? А потом мы будем жить долго-долго. 100 лет. Иди. Мы еще успеем попрощаться. Не опоздай. А нельзя ему до завтра задержаться. Свинство, если он до сих пор у Вероники. Боренька. Боря. Папа звонил? Ругался, на чем свет? Ты почему ничего не сказал? Вот именно для того, чтобы не было этих восклицаний. А... Все, все, все. Пойдешь завтра на завод и отдашь вот это. Найдешь Кузьмина, инженера. Запомни. Ладно, сделаю, сделаю. Что ты суешь? Мне надо за вином сходить, сейчас приду. У меня к вам одна просьба. Сейчас, минуточку. Вас сразу на фронт? Наверное. Потом, если ей трудно будет, мало ли что, все-таки война, вы помогите ей. А если умру я? Вам умирать не полагается. Особенно теперь, когда вы знаете столько секретов. А я вот возьму и умру. Ну-ну-ну-ну. Тихо, Вероника. Нет, это Ирина. Борис! Да. Пойди сюда. Ну что это? 25 лет и быть, извини меня, таким дураком. Ну что мы, дети, что это, игрушки?
прятки. Романтизма захотел. Над характером. А где Ирина, Марк? Ирина кофе готовит. Марк пошел купить красненького. Ну вот кофе красненького. Ой, мельчают люди, мельчают. Ирина! Ну? Неси из аптечки. Борис! Ну? Ну, пойди сюда. Ну, а где Вероника? Сейчас придет. Ну, а где она? Занята. Это нехорошо, она должна быть здесь. Жених уезжает. Я не жених. А кто? Просто так. То есть как просто так? Что, подозрительные? Нет, пап, я не в этом смысле. А в каком? Ну, хватит придираться. Ну, что ты к нему пристал? Вот его, из аптечки. Ну, вот разведи согласно правилам. Вот же портрет. Ну, ты сам его и лакай, а мы найдем более содержательную жидкость. Ну что, все в сборе? Садитесь. Вероника. Встречай невесту. Не жених. Наконец. Мы Борис Федорович из завода. Пожалуйста, проходите. А я-то думала, невеста пришла. Борис Федорович, мы к вам от завода. Нас просили передать вам вот эти подарки. Ой. Ой, извините. Да. Вот это. Спасибо. И просили сказать от имени заводского комитета. И комсомольской организации. Держитесь, мол, товарищ, борозин до последней капли крови. Бейте проклятых фашистов, а мы на заводе здесь, в тылу, будем выполнять и перевыполнять. Все это нам известно и знакомо. Лучше садитесь, девушки, и выпьем за моего сына Борь. Садитесь. Так вот, жизнь на земном шаре еще не устроена так складно, как бы нам этого хотелось. Вот ты и идешь на войну, Борис. Ну, давайте выпьем. За тебя. Эй, бабушки, бабушки, Ирка. А мы вчера брата провожали, и мама так плакала. А вы? Я тоже. От фабкома или по-домашнему? По-домашнему. Не смущай ее. Вы знаете, а у нас даже провожать некого. Три сестры и мама. Даже неудобно. У всех уезжают. Да, а когда наши вернутся, вы нам позавидуете. А весь ужас в том, что не все вернутся. Кто не вернется, тем памятник до неба, и каждое имя золотом. Ирка, Ирка, наливай-ка второй, что ты съешь? Я это отнесу Мы тут в тылу. Выполняйте, превыполняйте. Марк, ты не забудь. Марк, не ходи. Оставайся с отцом. Я до трамвая. Ну? Кру! Бум! Гвардии вперед! Боря! Мама! В последний раз. Прости.
не пьется. Ты куда? На дежурство. Ты же вчера дежурил. Варвара Капитонна, попросите Борю. Он ушел. На минутку. Ушел. Ушел? Куда? Туда, на сборный пункт. Как? Пройдите в комнату. А где находится этот сборный пункт? А я и не знаю. Что это? От Бори к дню рождения. Тут и записка. А где же записка? Вот тут. Разве нет? Нет. Устранил. Видно, забыл в попыхах. Забыл? Он вам напишет. Ну что же ты? Где сборный пункт? В школе, вторая Звенигородская. Ну, успокойся. Придет она. Если она и пришла, ты тут раз найдешь. Куда ты? Ну, куда ты? Через два дня он будет. Ну куда? Ну подожди. Через два дня он уже будет на месте. Напишет. Борь. А Вероника? Два-три месяца. Больше. Ну что? Записать номер полевой почты. Обязательно. Веселей. Мы вас встречать придем. Борис Петрович, счастливо. Счастливо. Да придет. Валь, бабушку слушайся, да чего она? Пиши, Валь. Борис! Боря! Быстрее становись! Не забывай написать. Пожалуйста. Мирно! Агов! Thank you.
Бабушка? Нет. И мне не пишет. Есть? Нет. Ах, это война, война. Горе горю я, дело делай. Решила насчет работы? Угу. Пойду на военный завод. Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. Сейчас же в метро, У меня срочная работа. Иди, давай вещи. Где рюкзак? Рюкзак. Да вон рюкзак. Я без вас не пойду. Если будет опасно, мы спустимся в бомбоубежище. Вы не задерживайтесь. Не задерживайтесь. Иди. Осторожнее в метро. Как она боится, бедная девочка. А ты? Когда Вероника в безопасности, ты со мной? Я уж не такая трусиха. Продолжают изверги. Паразиты, поговорить не дают. Он почему-то не пишет мне. Да что вы, война же. Почта-то как работает. Пойдемте. Ой, ну вот я и пришла. Знаете что? Если решите к нам поступать, звоните мне прямо на завод. Хорошо. Ну, до свидания. Куда? Простите. Ты, Вероника, останешься у нас совсем. Навсегда. Борин уголок пока свободен. Марк переедет к Феде. Вот так. Так. Здесь побольше было внимания.
Я с Ириной, к сожалению, днем и ночью в госпитале. Я постараюсь, дядя Федя. Мне Борис говорил. Устроим. Завод? Будьте добры, Кузьмина. И он ушел на фронт. Простите, простите. Известие от Бориса Федоровича Бороздина есть? Если бы не проклятая война, вот это я играл бы в зале Чайковского. Для тебя. Вероника. Идем в метро. Не пойду. Какие глупости, идем. Боишься? За тебя. А я ничего не боюсь. Вероника, идем в метро. Идем, слышишь, не глупи, ты с ума сошла. Пойдем в метро, пойду, Вероника. Не пойду, не пойду. Thank you.
Надо же так глупо в окружение попасть. Ну, дядя Степан, к черту, не пищи. Да чего не пищи, давай, не пищи. Капитан сказал, может, к ночи к нашим прорвемся. Наконец-то! Сачков! Ну, откуда эта плотва появилась? А прямо из инкубатора. Воинское пополнение. Ну, теперь ты уж наверняка к своим прорвешься. Не такие цыплята, я, к примеру, уже жена. Да ну, давно. А еще в 10 классе окрутился. Вот ведь до чего образование-то доводит. Веселый народ, все шутите. Наверное, шутя и в окружение влопались. Эй, Володька, ты что, вправду женат? Да что ты так, девесу? Паразин! Я. Пойдете в разведку. Надо прощупать, где легче прорваться. Документы сдайте. Есть. Есть, Сосачков. Да. Ну-ка, давай, подсоби. Ребята, давайте отдохнем. Заодно покурим. Всегда так смеется. А небось думает, нас убили. А ну-ка, покажи-ка красотулю. Солдатская судьба. Ты ее тут на ладошке вертишь, а она... И чего она? Ты, ну-ка, ну-ка, дай-ка гармошечку, дай-ка. Подержи, Сашка. Давай. Для первого знакомства неплохо говорить. Стыдно? Нет. 5 суток ареста. Слушаюсь. В разведку пойдете оба. Как? Сдать документы. Борь, возьми. Из-за нее? Из-за такой можно. Точно. Я думаю. Отставить разговорчики. Дисциплина. О, брат. Дисциплина. Степан, спрячь. Только не потеряй. Мы поженимся, дядя Федя. Да, я и забыла, что у меня еще чайная колбаса есть. Башки не поднимай! Да не командуй ты! Живей, поворачивайся, пока не накрыли. Страшно, так и беги! Вот дурак! Алло! Ты, музыкант, оглох! Вот черт, связался. Чего с тобой? Слышь, ты? Ползи один, а я отлежусь. Ранен? Ну-ка, давай, цепляйся за меня. Отстань. Цепляйся, тебе говорят. Ну, вот, и держись крепче. Не выйдь, давай лучше на закорки, быстрее будет. Оставь давай. Ты меня. Дурак, все злишься, эти по морде, что ли, съездил? Ну, давай. Повезло тебе. Давай, ладно, а молчи. Молчи, тебе говорю, потом разберемся. Вот так, о. Ну, хорошо. Терпи, терпи, друг. До леска немного осталось, а там уж мы дома.
О, устал, не могу. Отдохнем маленько, здесь потише. Фу, ну, ты жив? Дышать трудновато. А, дышать. Но мы еще на твоей свадьбе гулять будем. Прости меня, прости за меня, прости, друг. Что с тобой, Боря? Ты ранен? Ты ранен, Боря? Я не ранен. Я... От Советского информбюро. На фронтах за истекшие сутки ничего существенного не произошло. Ничего существенного. И это неплохо. Семьям эвакуированных с завода 326 жилье предоставляется на улице Восстания. Подойдите ко мне, товарищи. Ирина! Ирина! Помоги вот раненому. Сейчас санитаров пришлю. Да-да. Да. Погружай. Сибирь. Вот куда мы драпанули. Куда матушка Россия подалась. Внимание, внимание. Начальник Айваха госпиталя номер 4, товарища Бороздина, просят зайти к военному коменданту. Может быть, здесь мы найдем покой. Ну, эвакуированные, дайте пройти. Керосинка коптит. Ой, извините. Мечтай, знаешь, после войны будешь.
куда? Мне в госпиталь. На дежурство. Как тень бродит. Нервная. Она все какого-то письма ждет. От кого ей ждать? Муж под боком. Не то, что мы, солдатки. Она ни от кого не ждет письма. У вас вторая смена в школе? Да. Журавлики, кораблики. Журавлики, кораблики летят под небесами. Фу, привязались эти глупые стихи. Идет. Кто? Почтальон. Если я успею сосчитать до 50, мне будет письмо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вероника, это безумие. 17, 19, 20. Перестаньте! Здравствуйте. Вам ничего нет. Вам есть. Лебедевы? Я. Спасибо. Алло, кайтесь. Нет, нет. Юля. От старшего. Со второго украинского. Я не знала Бориса Федоровича, но все говорят, это был умный, одаренный юноша. Был? Пропал без вести. Это вовсе не значит умер. Конечно, конечно. Вот я просто неправильно выразилась. Что с вами, Вероника? Я умираю, Анна Михайловна. Что вы? Ну что вы, милая? Я все потеряла. У вас осталась жизнь, Вероника. А я не хочу жить. Зачем? Забудьте прошлое. Человеку свойственно забывать многое. А я не хочу забывать. Мне этого не надо. Но нельзя же самого себя всю жизнь казнить за ошибки. Надо. И до конца. Вот вы преподаете историю. Вы умная женщина. Скажите, в чем смысл жизни? Смысл жизни? Может быть, в том, что... Чернов не приходил? Нет. Голодный же я. Когда придет Чернов, будь с ним повежливее. Противный он. Мне он, может быть, во сто раз противнее, чем тебе. Ничего не поделаешь, начальство. Почему ты все время так лебезишь перед ним? Милая Вероника, так же нельзя. Ты все время какая-то нервная, придирчивая. Ну, скажи мне, что для тебя сделать? Чтобы тебя никогда не было на свете. Да-да, войдите. Войдите. Да-да-да. Марк Александрович, извините меня за вторжение. Ну что, Николай Николаевич, мы вам всегда очень рады. Раздевайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Немцы-то как на Кавказе продвинулись, читали? Да-да, кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, мы еще им покажем себя. Пожалуйста.
Вот здесь погрейтесь, тут тепло. Ну, у вас уютно. А у меня жена с детьми в Ташкенте, живу как бесприютный. Добрый день, Вероника Алексеевна. Здравствуйте. Лапочка, ты куда? В госпитальное дежурство. Закутайся, очень холодно. Я всегда восторгаюсь вашей супругой, Марго Александрович. Какая она непосредственная, чистая. И, вероятно, счастлива с вами. Угу. Искал вас сегодня в филармонии. А что такое концерт? Вы будете вечером у именинницы? Вероятно. А подарочек какой? Что я могу подарить, Николай Николаевич? Война. Да-да, война. Не роскошно, конечно, но вы привяжите сверху пустячок, и Антонина Николаевна будет рада. Какая прелесть. Сколько? Да пустяки и сочтемся. Спасибо большое. Марк Александрович, у меня к вам просьба. Что, наверху никого нет? Нет. Вы не могли бы достать у Федора Ивановича некоторые медикаменты? Молодец, Ирина. Будет жить. Надеюсь. Если умрет с его стороны, будет просто свинство. Ох, Ирина, тебе бы мужиком родиться. А мне в девках не скучно. Вероника, ты что это раньше времени? Часы убежали. Бедная девочка. Я за Бориса ей никогда не прощу. Ну, опять пополнение. Эх! Я же вам говорил, что у меня полно. Это же госпиталь, а не бочка для селедок. Откуда это? Из-под Калача, что ли? Из-под Сталинграда. Некоторые из передовой, а некоторые из госпиталя. Нашего брата и девать-то некуда. Ничего, пристроят. Человек 80 приму. А остальные в другие госпитали. Значит так. Привет от меня. Дяде Сергею, Федору, Василию, тете Марье, Аграфене, Катерине, Варваре, Николаю, угу. Катерине. Катерине было? Это другой Катерине. Так пояснил бы? Не надо, они разберутся. Так, Зинаиде, Антонине, Кузьме. Нянька! Ты чего, Воробьев? Ничего. Няньку. Утку ему. Утку я подам. Спасибо. Кажется, прекрасная музыка. Сделайте, пожалуйста, радио погромче. Свою музыку. Не надо, не закрывай. Выключай музыку, слышишь? Кто кричал? Кто кричал? Я кричал! Я! А тебе-то что? Эх! Саша, что с тобой? Уйди! Ой! Запсиховал. Утром из дома известие получил. Невеста его не дождалась. За другого выскочила стерва. Ест целый день ничего. Ты бы его успокоила, сестра, утешила. Эти стервы хуже фашистов. Самое сердце бьют. Надо кушать, Захаров. Иначе вы никогда не поправитесь. А я не хочу поправляться! Я не хочу! Я сдохнуть хочу! Зови доктора!
Тоже мне из-за бабы. Зови доктора! Давай скорее доктора! Скорее! Нас куда кто сам? Да замолчи ты! Куда же нас теперь повезут? Хватит еще госпиталей на белом свете. Ребята, главный идет! Главный! Малыши! Прекратить! Ты еще пока боец Красной Армии! Дезертировать хочешь? Боишься, что вылечим твои руки опять в армию? Да что вы, товарищ начальник, зря вы о нем так говорите. Письмо он получил. Знаю. Это у него только одно оправдание. Подумаешь, невеста сбежала. Радоваться должен. Копейка ей цена из-за такого красавца, настоящего героя. На какую-то тыловую крысу променяла. Вот правильно. Это она свое счастье потеряла, а не он. Так ей надо. Недостойно. Точно. Правильно. Мелкая у нее душонка. Разве понимают они, какие крестные мухи вы несете за них же? Убивать таких мало. Вот что. Ты против самого страшного выстоял, против смерти. Глаза ее видел, сам на нее грудью шел. А она ничтожного испытания временем не выдержала. Таким, как она, всеобщее наше мужское презрение. Нет им прощения. Перевязать. Тетя Сима, вы смените чай, кашу? Застыла. Не балуй. Вероника. Откуда? Из Ворошиловграда. А сколько тебе лет? 3 месяца и 3 года. Как тебя зовут? Борька. Как? Борька.
Ты куда это прифронтился? Концерт в госпитале. Ври умнее. Ладно, ладно. Марк Александрович, у себя? Пока да. Пожалуйста. Спасибо большое, Анна Михайловна. Тут у одного мальчика день рождения, и я бы хотел ему сделать подарок. Вы, оказывается, добрый и отзывчивый человек, Марк Александрович. Симптоматология этого вида комбинированных повреждений зависит от степени деструктивных изменений в узлах, а также от локализации последних. Интересно, но непонятно. Что, по-моему, абсолютно ясно. Они не всегда регистрируются в клинической практике, оставаясь как бы в стороне, не привлекая к себе непосредственного... Тихо, успокойся. Что это за фокусы такие? Какие фокусы? У человека родители пропали, на вокзале потерялся. Надо было сдать, куда заблудившихся детей сдают. На пункт. Не хочу на пункт. Сама иди на пункт. Грубиян. Сама грубиян. Что вы его не успокоите? Сейчас поедем к маме, Ворошилову Грае. Ну, тихонечко. Успокойся. Ой, мальчик. Маленький. Идет как дорога. Смотри, ложка какая хорошая. Маме, о, какая ложка. Не стучи, в ухе звенит. Ну, я не знаю. Ну, тихо. Ну, на крышечку. Держи крышечку. Поиграй с ней. Ну, Саш, ой, боже мой, Саш, ну, на баранку, на баранку, держи баранку. Да. Ну, я не знаю. Нет, ну, это ужасно. Ну, барабанные перепонки лопнут. Ну, надо же игрушку найти. Ирина, какую там игрушку? Маме, подержи-ка его. Ой, я еще держать должна. Ну, не ори ты в конце концов. Сейчас мы его успокоим. Ой, ну вот что, дайте-ка мне его. Иди ко мне, маленький. Ну что, ну вас успокоит, держите. Иди ко мне, маленький, Боренька мой. Я сейчас тебя уложу, раздену. Случайно никто не видел, где моя вилка? Ее унес Марк Александрович. Марк? Куда унес? Подарить какому-то мальчику. Мою вилку мальчику? Где Марк? Я не знаю. Где Марк? Я не знаю. Вы что-то скрываете от меня? Куда он ушел, ты знаешь, да? Куда? Вероятно, к Антонине Николаевне Монастырской. Какой Монастырской? Спроси у Марка. Говори. Ты не командуй. Ну, Марк, бывает у этой. Ну, поняла? Ты мне нарочно говоришь это. С какой стати? Назло. Меня любят. У меня муж. А ты все еще старая дева. О, Вероника, что вы? Монастырская живет около главного гастронома. Рядом. Маленький дом. Можешь проверить. Вы успокойтесь, успокойтесь. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Придет Марк Александрович, вы объяснитесь. Но необходимо же подождать. Ждать. Опять ждать. Я и так все время чего-то жду, жду. Хватит. К чему слова? Пусть губы онемеют, они порой неправду говорят. И лишь глаза глазам солгать не смеют. Нет, никогда не лжет прощальный взгляд. В моих глазах сейчас темно и грустно, как будто кто-то в них
лишь они. В Ленинграде в этот вечер после ужина мы брали машину и айда по городу из конца в конец. Устроите катание. Не то время, Антонина Николаевна. Машины на вес золота. Каждый литр горючего экономят. Какой-нибудь. Умоляю. Ну, пожарную, санитарную, грузовую. Какую угодно. И катанем. Катанем на зло природе. Вдвоем. До полного забвения. Попробую. Я люблю вас. Извините, я не танцую. Ну, кажется, я всего отведала. А вот золотых орешков не щелкала. Углядь, записка. Поздравление мне. С ангелом, значит. Чего, чего? Счастливый, счастливый твой, счастливый мудрый. Где белка? Где моя белка? Ты ничего не подумала. Здесь записка от какого-то Бори. Прежней жизни счастливой. Моя единственная. Поздравляю с твоим днем рождения. В этот день ты появилась на свет. Уйти от тебя трудно. Но что же делать, иначе нельзя. Война. Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью, веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы. Люблю, верю в тебя, твой Борис. Что ты переполошилась, глупенька? Иди домой, я скоро приду. За что? Раздевайтесь. Благодарю вас. Вы знаете, как назло, все филармонические машины в разъезде, а мне позарез надо. Вы главный хирург, вероятно, не откажете. С транспортом у нас сейчас очень трудно. Мне тоже было трудно, но я бегал. Да, бегал. Ну, раз вы просили, уж, как говорится, в лепешку. Что я просил? Броню. Броня. А сейчас она кончается. И на этот раз достать ее будет, ну, почти невозможно. Какая броня? Для Марка Александровича. Нет, вы не беспокойтесь. Об этом не узнает ни одна душа. Неужели Марк Александрович и меня, и вас обманывал? Да нет, он даже деньги мне предлагал от вас.
Извините. Вот очень хорошо, дядя Федя. Я прошу твоей помощи. Она просто дошла до хулиганства. Ворвалась к чужим людям, стала драться. Закрой дверь. Думаешь, что кому-нибудь сына на войну отправлять хочется? Ты о чем? Или ты считаешь, что за твое благополучие, за твою жизнь кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизни? А ты ни за кого и ничто. У меня же бронь, дядя Федя. Бронь? А ты расскажи, как ты ее получил. Вероника, зачем ты? Ничего. Сниму себе угол, возьму Борьку. Может быть, угол найдет себе кто-нибудь другой? Пожалуйста, я сам об этом давно мечтал. Прогнали меня тогда же. С тобой случилось несчастье. Осуждать тебе может только тот, кто способен совершить худшее. Вставайся. Не могу. Не могу я жить за чужой спиной. Не хочу. Подумай. Подумай. Вы не скажете, где Бороздины живут? Бороздины здесь. А вам кого из Бороздиных? А мне Федор Ивановича. Федор Ивановича? Да. А Федор Ивановича нету дома. Вы от Бори. С какого Бори? Нет, я сам по себе. Просто дело у меня есть, Федор Иванович. А. Ну, вы присядьте. Спасибо. Федор Иванович скоро придет. Можно я пойду гулять? Можно. Ваш? Мой. Похож. А вы кто будете Бороздиным? Так, никто. Да. А я, знаете, уже отвоевал. Домой едете? Вряд ли. В Ленинграде еще блокад. Да. Тяжелое у меня положение. А что такое? Вам-то мне легко сказать. Вы человек посторонний. Сына-то Федора Ивановича убили. Да.
Где это было? Западнее Смоленска. Что бы мне вам сыграть? Что хотите? А вы видели, как его похоронили? Нет. Мне положили на плащ палатку и понесли. А к нему подошел товарищ его, Степан. Мне его невесту теперь разыскать надо. Ох, и любил он ее. Это я. Будешь в Москве, навещай нас, Владимир. Спасибо, непременно. Нет войны. Странно, верно? А вы все ждете? Жду. Человек должен надеяться на что-то хорошее. Ну зачем мне вас обманывать? Ведь я же сам видел, как все это произошло и... Что вы видели? Как его ранило? Как он упал? Вы же не видели своими глазами его смерти? Нет, ну а почему же тогда нет никаких известий? Мало ли что бывает. А Степана тоже нет известий. Но он скоро приедет. На заводе знают, он находится в каких-то особых частях. Даша обещала сказать, когда это будет. Борис жив. Жив. Yeah!
цветы. Тебе. Ну? Что? Понимаешь? Вот. Леша! 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 Курносая ты моя! Матери, братья и сестры, счастье нашей встречи безмерно, ликует сердце каждого советского человека. Радость поет в сердцах. Эту радость нам принесла победа. Мы все ждали этих счастливых все минут. Мы мечтали о них в самые тяжелые потеряли. Дни сражений. Но мы не забудем тех, кто остался на полях великих битв. Пройдет время, люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сегодня не может встретить своих близких. И мы сделаем все, чтобы будущие невесты никогда не теряли женихов. Чтобы матери не дрожали за жизнь своих детей. Чтобы мужественные отцы не глотали украдкой слезы. Мы победили и стали жить не во имя разрушений, а во имя созидания новой жизни. Что стоишь? А? Кому цветы, тому и дари. Спасибо, сестра. Ох ты, внученька, хороша! Хороша, а? Смотри, журавли над Москвой.